Добрый день! Сегодня приготовим блюдо под названием паприкаш. Нам нужен будет сладкий болгарский перец, специи, гвоздика, черный перец горошком, зелень петрушки с корешками, помидоры и еще готовый томатный сок, который мы сварили заранее и добавили в него немножко соли. На литр сока 2 грамма соли. Помидоры режем пополам, поскольку они у нас небольшого размера. Перец режем небольшими кусочками, примерно 3 на 4 квадратика. И будем их бланшировать. Опускаем их в кипящую горячую воду буквально на 2-3 минуты. Затем охлаждаем в холодной воде и сразу вынимаем. Но в нашей банке будем укладывать петрушку, корешки и немножко зелени. Добавим перец горошком и пару штучек гвоздички. Будем укладывать резанные помидоры. И потом бланшированный перец. Сверху опять помидоры. Закрываем несколькими кусочками перца. Все это будем заливать уже подготовленным томатным соком. Ставим на стерилизацию. Это у нас банки 1,5-литровые, значит, мы их будем стерилизовать. Накрываем крышкой 60 минут.